Watch. Меньше чем за 40 минут по плацу прошли маршем около 1000 заключенных. В конкурсе приняли участие 15 отделений исправительного заведения. Азартом соперничества заразились и осужденные инвалиды. В каждой песне есть слово «Украина» или «Родина». Это было одно из главных требований при выборе репертуара, посвященного Дню Конституции, отмечают в колонии. Идею провести конкурс инициировали заключенные. Наоборот, лучше, чем петь песню, чем просто сидеть в локальном секторе или ходить там, разговаривать между собой. Учитывали, что песня была патриотическая, но готовились. Пару недель готовились, когда была возможность в строю ходить, тренировались. Для участия в конкурсе заключенные отработали строевой шаг. Тренировались по пути в столовую и производственные помещения. При выборе победителя жюри оценивало умение маршировать, точность слов и музыкальность исполнения. Выиграл строй, который возглавил осужденный в костюме казака. Народ украинский, казаки – это наши земляки, мы своего рода патриоты этому. И то, что мы сидим здесь, там, осужденные за свои преступления, это абсолютно ни о чем не говорит. Все мы люди, все мы тоже приветствуем эти все наши традиции. Победителям вручили сладкие призы. За участие в конкурсе отметили и отделение осужденных инвалидов. В первую очередь, это занятость осужденных. То есть это процесс ресоциализации, который идет постепенно, постоянно. Мы с ними работаем, и, в принципе, за данные мероприятия, за участие в данных мероприятиях осужденные поощряются, условно даже освобождаются, им может быть заменено наказание на более мягкое наказание. После марша на плацу осужденные отправились в актовый зал. Здесь им показали фильм, посвященный Конституции. Светлана Киктева, Кирилл Иванов, «Панорама».